Здравствуйте, товарищи! Знаменосцы внесли на площадь флаги России, Татарстана и Знамя Победы. Вскоре к ним присоединились десятки других участников – ученики всех городских школ, сотрудники силовых структур и ветеранских организаций. Собравшихся на площади поздравил с Днем Победы глава района Тимур Нагуманов. Этот день, о котором написаны тысячи книг и сложены тысячи песен, но все равно всех их недостаточно, чтобы передать всю сложность этого дня для истории нашей страны и для судьбы каждого из нас здесь присутствующего. Поздравления от Раиса Республики передал начальник госжилинспекции Татарстана Сергей Крайнов. Уважаемые татарстанцы, и этот светлый день объединяет нас в стремлении сохранить память и правду о Великой Отечественной войне, в убеждении, что, как и прежде, враг будет разбит, победа будет за нами. На площади собрались сотни альметьевцев. У жителей окрестных домов были одни из самых лучших мест – прямо на балконах. В театрализованном представлении артисты отобразили все ключевые события Великой Отечественной. И садится в карусель, ее солдат. Наблюдают за парадом ветераны, включая непосредственных участников кровопролитной войны. Всего в районе около 800 ветеранов Великой Отечественной, в их числе 12 фронтовиков. Великая Отечественная война унесла жизни 27 миллионов человек. Тимур Туманов, новости Юго-Востока.